Оба подозреваемых с богатым криминальным прошлым отбывали наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Недавно освободились из мест лишения свободы. В районе станции Дягилева на улице Магистральной города Рязани, где на местную жительницу напали теперь уже двое установленных жителей города Рязани, совершили хищение принадлежащего ей имущества и совершили насильственные действия против половой неприкосновенности. Второй эпизод совершен вечером 8 апреля. Недалеко от железнодорожной станции «Лагерная» в районе поселка Ворошиловка. Напав на девушку, двое неизвестных ограбили ее, забрав денежные средства, а затем изнасиловали и совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Сейчас их задержали, они находятся под стражей. Одному из обвиняемых в настоящее время предъявлено обвинение – это разбойное нападение. Статья 131 – это изнасилование, и 132 – это насильственные действия сексуального характера. Следствие предполагает, что данными лицами могли быть совершены аналогичные деяния, по поводу которых потерпевшие не обращались в правоохранительные органы. В этой связи следствие предлагает гражданам, которые являлись потерпевшими от противоправных действий подозреваемых, сообщить об этом в следственный отдел. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».